Несмотря на то, что самолет приземлился поздней ночью, пассажиры выглядели довольными. В основном это представители зарубежных туроператоров и туристических компаний, а также журналисты и блогеры. Прибыли и представители правительства Арабских Эмиратов. Мы хотим связать себя с Россией. С запуском этого рейса стало это сделать проще. Всего 4 часа полета, и мы здесь. Это великолепно. Здесь, в вашем климате, очень хорошо можно провести выходные. Великолепная природа, много зелени, прохлада, чего у нас нет. Ну и, конечно, много развлечений, знаменитое русское гостеприимство. Думаю, наши туристы будут с удовольствием прилетать в Сочи, который я называю «жемчужиной Черноморского побережья». Арабы были приятно удивлены, что их встречали в аэропорту как дорогих гостей с хлебом-солью. Большинство туристов впервые в Сочи. Thank you so much. Thank you, everybody. Я повидал больше 80 стран, но в России и в Сочи я впервые. Для меня удовольствие приехать в вашу страну. Мне говорили, что Сочи небольшой город, но здесь люди с большими добрыми сердцами. И вот сегодня я это почувствовал. Такой теплый прием. Для гостей подготовили специальную ознакомительную программу. Рассчитана она на 4 дня. Туристы посетят курорты Красной Поляны, познакомятся с экстремальными видами отдыха и инфраструктурой развлекательных парков. Также побывают на олимпийских объектах, протестируют трассу автодрома. Авиарейсы между Сочи и Арабскими Эмиратами будут выполняться 2 раза в неделю. Для граждан обоих государств в течение первых 90 дней действует безвизовый режим. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.